Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас рубрика «Пустые баночки». Возвращаю ее на свой канал по многочисленным просьбам, да? Здесь у нас покупки Wildberries, Озон, различные находки, Avon даже еще есть. Итак, поехали. Начнем с патчей, которые... Вы у меня все время спрашиваете ссылку, да, которые очень бюджетные, действительно работают, мне не нравятся. Я беру уже такую банку пятую, мне кажется. Это Везе. Видите, как пишется Везе. Они, здесь один патч оставила специально посмотреть. У меня уже новая баночка. Этот уже подсох. И по размеру классные. И по действию. То есть разглаживают как-то. И высветляют, если регулярно делать накопительный эффект есть. И подтягивают. Хорошо разглаживают. Я иногда под патчи, знаете, наношу какой-то кремушек для век увлажняющий супер-пупер. Но это такая тяжелая артиллерия. Если хотите хотите прям разгладить. Вот. Здесь 60 штук, и надо смотреть на маркетплейсах. Вводите Везе, Озон, Wildberries, да? И я, кстати, смотрела, там у них новые еще какие-то красные появились, еще какие-то. Но вот именно такие, они можно за 200 рублей урвать. За 250 можно урвать. То есть надо смотреть. Они бывают то на Wildberries дешевле, то на Озон, как и все у нас, в принципе, да? Я постоянно мониторю в нескольких источниках, и там, где дешевле, там и беру. Поэтому смотрите, патчи действительно классные, они очень дешевые и очень крутые. Мне не нравится больше, чем патчи Faberlic, по действию даже, а стоит в 10 раз дешевле. Так, дальше, Синергетик, девчонки, отбеливатель. Что я уже только не брала от этого производителя, и для меня это пустышка во всех смыслах слова. Он абсолютно ничего не отбеливает. Для стирки выкинула уже, нет в пустых баночках, гель абсолютно ничего не стирает. Кондиционер, девчонки, советовали с зеленым чаем. Он приятненько пахнет, но на выходе почти нет запаха на белье. Я люблю, чтобы он был. И он не смягчает белье так, как смягчает Faberlic, а стоит дороже. В общем, кто-то писал, это экономно же по 5 литров брать тоже на маркетплейсах и так далее. Девчонки, но... Экономно – это когда ты все отстирываешь с первого раза, не тратишь деньги на отбеливатели, пятновыводители, специальные средства для удаления пятен. Экономно – это когда ты отстирываешь все сразу, и тебе не приходится выкидывать вещь, да, потому что средство твое для стирки удаляет пятна с первого раза. Вот это экономно. А по 5 литров брать боди, которые не стирают, для меня это не экономно. Но кто-то любит, кому-то нравится, никого не хочу обидеть, ради бога. Нет, нет, еще раз нет. Полная пустышка, поэтому даже больше от Синергетик ничего брать не буду, не хочу. Закончилась маска Керасис, девчонки. Это восторг. Это восторг. Шампунь еще добиваем, потому что там огромная бадья. А маска закончилась. Это просто ламинирование волос. Так, она как у нас называется? Тут по-русски ничего нет. Маска для волос Керасис Ориентал. Ну, вот такая вот красненькая. Она тоже есть на маркетплейсах. Я брала на рандеву. Она там подешевле. Если кому ссылка нужна, мыкните, тогда скину. Вот. Супер, супер, просто супер. Как бальзам работает супер, а если оставить 5 минут и больше, то вообще просто волосики гладенькие, распрямленные, шикарные, потрясающие. У меня один восторг, одни положительные эмоции. Расход у него небольшой, она достаточно густая. По волосам хорошо распределяется, тюбик большой, она стоит каждой своей копейки. Поэтому супер, супер, супер. Так, давайте по Avon, что ли, пройдемся. Здесь разгребали недавно с Ксюшей последнюю коробку запасов косметики. И прям много чего нашла. Но буду все выкидывать, потому что уже сроки годности. Clear Skin маску брала, подсушивала свою кожу, когда она была жирной. Да? А здесь я вам не скажу код, они на упаковке пишутся. Маска глиняная, маска застывает в корку. Если у вас жирная кожа, вообще с такими продуктами надо быть аккуратнее. Я сейчас стараюсь избегать. Потому что чем больше мы кожу подсушиваем, тем больше она выделяет себуму в ответ. Да? А у Avon, как правило, еще все продукты содержат спирты разнообразные, которые вообще не стоят. Они тоже сушат, и тоже потом еще больше подкожного сала выделяется на поверхность кожи. Поэтому нет, тут осталось не сильно много, я их, в принципе, пользовалась, но таких продуктов больше не хочу, если честно. Так, помадка для бровей от MAC. Так, это у нас с вами Light Brown оттенок. Брала, когда еще не было, наверное, татуажа, девчонки, или как новинку тестить. И даже тестила, и даже пользовалась. Ну, не знаю, я считаю такие продукты крайне неудобными. Оттенок вам показать сейчас попробую набрать, потому что кто-то, знаю, пользуется. Скорее всего, подводка MAC еще есть. Много набрала, прямо от души.
Смотрите, вот такой вот оттеночек, в принципе, он сейчас мне прекрасно бы подошел, да, под цвет волос. И блондиночкам подойдет, вот если тушевать, да, растушевала последний сводч. Он такой, цвет обалденный, кстати, он коричневый, но коричневый холодный, но без серого и без рыжего подтона. Вот, то есть, как есть, так есть. Цвет обалденный, на самом деле, мне кажется, вот этой банки хватит, я не знаю, на сколько, на 100 лет. Но у меня татуаж, она мне совершенно ни к чему, поэтому я ее выкидываю. Стрелки ей рисовать смысла не вижу, потому что они, скорее всего, не будут держаться. Хотя сейчас мысль пришла, надо один раз попробовать. Но это неудобно, опять это неудобно. Зачем мне продукт, которым пользоваться неудобно, да? Так, и тоник против черных точек с белой глиной тоже выкидываю, хотя могла бы попользоваться, но здесь тоже неимоверное количество спирта в составе, и он на первых местах, поэтому тоже после такого тоника кожа будет еще более жирной спустя время, да. А так пользовалась, но тут уже тоже все сроки годности вышли, хотя не факт. Уже год, наверное, я его не заказываю. Вот, так что нашли. Здесь такая пудра на дне беленькая. Когда мы взбалтываем, он становится вот такой вот матовый. Протираем. Но он даже подушки. Его, мне кажется, пить можно и охмелеешь. Прямо на праздник себе надо оставить. Так, дальше. Помада у меня какая-то эйвонская, девчонки. Знаете, как называется? Power One Peach. Она жутко оранжевая. Не знаю, почему я такое сказала. В каталоге, наверное, был другой оттенок. Она жутко оранжевая. Вот именно оранжевая. И на губах это выглядит, ну, не очень красиво, на самом деле. Даже можешь попробовать с вами наслоить. Но наслоить на эту помаду будет ничего. Нормальненько. Могла бы Ксюше отдать поиграться, но у нее уже помады завались, поэтому выкидываю. Вот такая вот помадка. Слишком она ядреная, смотрится на губах. Это некрасиво. Это сводч вот еще такой вот слабенький. Помада кремовая, по-моему. Так, бальзамчик выкидываю из зимней линейки. Не из зимней линейки, а из линейки Frozen. Брала Ксюшки. И духи из этой линейки, помню, очень нравились. Но у нее тоже уже все сроки подошли. Он уже такой вот некрасивый. Он, кстати, с оттеночком. А так вот такие вот бальзамы, вот именно такие. Мне в Avon очень нравились. Они действительно увлажняли, действительно, прямо вот с первого раза было это заметно. Еще выкидываю помаду Марк, потому что оттенок ни туда, ни сюда. Он какой-то некрасиво красный. Он возраста, что ли, прибавляет, когда на губах. А так, цвет у нас с вами называется Irresistible. Вот, кому-то такое нравится. Это матовая губная помада. Ну, некрасивый прям вот оттенок красного. Он какой-то в малиновый уходит. Ну, вот знаете, как бабушки. Ни туда, ни сюда. Хотя даже во флаконе он смотрится лучше, чем на сводче. Он какой-то малиново-красный, и вам его камера делает более ягодным. А так он какой-то вот кирпично-малиновый, красный, очень некрасивый оттенок, поэтому помадка у меня отправляется в мусорку. Но кому-то, может быть, такое надо, поэтому присмотритесь. Мне этот оттенок совершенно не идет, поэтому вот так. Так, что дальше? И Фраше, девчонки, нашла и Фраше крем. Не знаю, когда у нас производители научатся матирующие крема делать кремы матирующими. Что в Avon возьмешь матирующий крем, будешь ходить с такой кучей какой-то массы на лице, жирной, плотной, невозможной. Что и Фраше, вот пока только Фаберлик более-менее умеет, но про другие бренды я не говорю, я про такие вот каталожные. И Фраше, Себа Баланс, Себа Виджиталь, линейка. Я им пользовалась, вы знаете, я им пользовалась, причем довольно так активно. Давала ему 157 шансов. Вы знаете, как он пахнет? Как огуречный лосьон из Советского Союза. Абсолютно запах один в один. Помните? Вот просто один в один. И он нифига не матирует. Нифига он не матирует. Себа Вежиталь, они заявляли там прям матирование, супер-пупер. Ничего он не матирует, никакого тут матирования нет. Он тяжелый, он даже набирается как масло. Прям вот он даже гуще сливочного масла, девчонки. Но очень густой. Прям невозможно густой, и поэтому он висит на лице пленкой. Эту пленку видно сразу, видите, как блестит. Я не знаю, кто этим пользуется, о чем они думают, создавая такие продукты, поэтому, конечно, я его выкидываю. Так, поехали дальше, после того, как ототрем эти куски крема. Вкусно, как всегда, оставляю на конец. Закончился крем для ног пребиотический от Баксдрав. Баксдрав, где мы с вами заквасочки заказываем для очень вкусных йогуртов. У них есть еще и косметика пребиотическая. Кто любит вот такое вот натуральное, с пробиотиками, вообще зайдет на ура. Мне крем понравился на самом деле, потому что он действительно охлаждает. Ну, натуральные составы это вообще всегда хорошо, да. А номер 15, если что, будете на сайте смотреть. Кому ссылка нужна, тоже могу скинуть, пишите. Здесь пробиотики. По факту. Усталость снимает, холодок есть в течение минут 10, поэтому, в принципе, со своей задачей справлялся, быстро израсходовал, как бы работает на ура.
Дальше Beauty Peel, девчонки, сыворотка гиалуроновая. Мне вообще очень понравились продукты Beauty Peel. Мы с вами зимой брали пилинги, вообще самые шикарные, которые я когда-либо пробовала. Опять будем зимой обязательно брать. А здесь гиалуронка, алоэ вера, витамин Е. Он классный, она классная, вот эта сыворотка вообще супер, мне очень понравилась. Она легкая, она невесомая, она и на лето подойдет, и на зиму подойдет, и крема с ней, кремы. Опять у меня началось. И кремы работают с ней лучше. В общем, все отлично. Она не липкая. У нее маленький расход. Удобный. О, даже выдавилась чуть-чуть. Она такая прозрачная. Чувствуется, что здесь действительно есть гиалуронка. Потому что кто пробовал продукты с гиалуронкой, действительно с гиалуронкой, например, как серия гиалуронков, тот понимает, о чем идет речь. Гиалуронка, она как-то сразу ощущается в уходовых средствах. И здесь в том числе. Вот, поэтому классно. Несмотря на то, что тут есть алоэ вера, она впитывается очень быстро, липкости вообще абсолютно никакой не оставляет. Поэтому рекомендую прямо от души. Так, дальше гель вокруг кожи глаз. У нас с вами от бабушки Агафьи. Вот такой брала в Магнит Косметик в прошлом году еще, мне кажется. А выкидываю, потому что тоже закончился срок годности. Для всех типов кожи, от мешков и темных кругов под глазами. Ледяной, он называется ледяной, вот так. И он действительно хорошо охлаждает. Он действительно прямо охлаждает, охлаждает. Вот такой вот он прозрачный гель, такой с легкой зеленой отдушкой, хотела сказать. С легким зеленым оттенком. Хорошо распределяется, на коже век он потом тает и начинается холодок. Он действительно есть, но он такой легенький, ненавязчивый. Ничего не щипит, пахнет приятно, впитывается потом быстренько. Можно использовать, кстати, вот такие вот средства как раз под патчи. То есть, да, под патчи нанесли плотным слоем, патч приложили, эффект будет вообще бомбезный. О, еще, кстати, от Бакздрав закончился пробиотический скраб для лица. Вот он мне очень нравился, номер 13 у него. Вот эта вот марка для всех типов кожи, для всех возрастов. Он вообще классный. Вот он нравился мне прям на утреннее умывание. Каждый день использовала и быстро тоже закончился, потому что нравилось, действительно нравилось, но он больше гамаш, нежели скраб. Он слегка охлаждает, там много мелких частичек, которые кожу хорошо полируют, очищают. Все замечательно, кто такое любит, тоже зайдет. Составы тоже натуральные, поэтому классно. Так, дальше. Тональный крем Эвелин. Матовый, который у нас с вами матовый, Мейт. Да, вот такой 4 в 1. Ну, что хочу сказать. 106 оттенок у меня нюд. Крем, в принципе, неплохой. Но он мне не подошел по оттенку. Я его брала на зиму. Это, знаете, такой слоновая кость с розовым подтоном. Причем камера его делает вам бежевым. Он с розовым подтоном. Да, камера вам более бежевым его делает. У него есть такая розовинка, которая вот прям совсем бледнолицым девочкам. И мне не понравилось то, что он западает в поры. Он действительно матирует, как бы в этом плане все хорошо. Он такой вот белесый для белоснежек. Но мне не понравилось то, что он западает в поры, его видно на лице. Сейчас очень много хороших качественных средств, которые на лице не видно. Допустим, кушеное сиу, да, на моем лице его не видно. Ну и лицо, соответственно, должно быть подготовлено, но не западает в поры. Baby Face тоже вот эти кушеные. Я просто знаю, с чем сравнить, поэтому я больше такие тональные средства использовать не буду. Но если вам нужен бюджетный матирующий тональный крем, пожалуйста, но он на лице виден, да. Ну, наверное, 90% тональных кремов, они на лице видны. Ну, моя точка зрения, да, хотя у меня достаточно ровная кожа, но все равно их видно, я такой эффект не люблю, мне не нравится, поэтому нет. Так, дальше, девчонки, недавняя покупка из Фикса, это Сейдо Уптан. Уптан для лица у меня матирование, очищение, они там есть разные. Понравился прям на все 100, вот в таких они коробочках стоят, обратите внимание. Вообще обалденный. Мне понравилось больше всего, как он работает как маска. То есть, что такое Уптан? Это смесь натуральных каких-то компонентов, перемолотых круп. Сейчас найду, если состав. Вот тут голубая глина, рисовая мука, кофеин, экстракт апельсина, облепихи. В общем, все перемолото. Это такой порошок. Кто не видел обзор на Уптан, да? И вот этот порошок мы в руке с водичкой перемешиваем и умываемся. Я делала как маску, наносила. И вот по эффекту очень напомнила маску, которую сняли с производства Берлик Эксперт Фарма. 3 в 1 она у нас с вами была, по-моему, да, или 4 в 1. Которая очень круто вычищала поры и сужала их. Вот тут, когда используешь его как маску, вот похожий очень эффект. Эффект очищения, выбеливания, сужения пор вообще потрясающий. Поэтому да, увидите, обязательно возьмите, потестируйте. Так, и последний продукт, который просто произвел фурор в моей стирке, это порошок Сарма. Я брала его на маркетплейсах. Девочки писали, что в Фикспрайсе он дешевле. На маркетплейсах я обратила внимание, что вот 4,5 килограмма больше очень выгодно можно купить. То есть он выходит по факту в таком объеме дешевле, чем порошок Фаберлик.
отстирывает изумительно. Здесь есть фосфат. Вот Катюшка с канала Фаберлик Лайф, она Лав Лайф, она разбирает составы, она написала, что здесь есть фосфат, аллергикам не подойдет этот порошок, да. Но если нет аллергии, то это мощная артиллерия, девчонки, он идеально отстирывает. Здесь тоже в составе есть оптический отбеливатель. И просто, просто вот шок. Вот он у меня на первом месте по отстирыванию, а по отстирыванию безопасности у меня на втором месте получается Фаберлик. Я обязательно возьму себе большую упаковку такого порошка, потому что мне очень понравилось, очень понравилось. Девочки, многие ребята писали, это Невская косметика. Я в обзоре покупок неправильно сказала, что это Беларусь. Я посмотрела на импортера, да, увидела Беларусь, все, обрадовалась. Это Невская косметика, Санкт-Петербург. И действительно тяжелая артиллерия. Здесь 800 грамм, тут на стирку у нас 3 ложки получается нужно. То есть большой расход. Я пробовала стирать с одной ложкой. И с одной ложкой все прекрасно отстирывает. Обычная мерная ложка от порошка Фаберлик. Поэтому рекомендую присмотреться. Девочки сказали, тем более, если фикси есть, возьмите, обязательно попробуйте. Он крутой. Ну, аллергики, астматики, конечно, мимо, потому что тут фосфаты, и их здесь прилично. Так, ну на этом все, мои хорошие. Если обзор вам понравился и рубрику такую продолжать, обязательно пишите комментарии, ставьте лайк. Всех люблю, целую, всем пока-пока.